Здравствуйте. У нас скоро идет светлый праздник Пасха. Ну, мы тоже любим Пасху. Делаем, кушаем, ну и экспериментируем. Сегодня не специализированный пасхальный рецепт. Тесто у меня самое обычное. Вот такое вот. Ну, в чем, наверное, ее необычность? Он у меня на сыворотке. На сыворотке, которую я делала сыр. Тесто замечательное. В таких случаях, что я делаю? Покажу. В общем. Вон у нас такой говорящий. Грех будет не использовать такое тесто для кулича. Берем вот такой вот, для тех, кто не любит сладкое или слишком сладкое. Приблизительно тут, ну, грамм 300, плюс-минус. Делаем вот так вот. Раскатываю. Ох, как говорит-то. Изюм. Я ее помыла и посушила. Вот. Небольшое количество. Сначала ее распределяю вот так. Не переживайте. Никуда оно у нас не денется. Вот так. Так, по возможности, по всему периметру. Так. И беру мед слегка. Так, одну ложку, как-то вот небрежно. Небрежно, лучше лопатой. Угу. Теперь собираем ее вот такой вот рулет. Но это не все, друзья мои. Так вот. Будет вкусно, поверьте. Теперь беру, разделяю ее, ну, приблизительно. Насколько могу я. Теперь делаем наш Пасху. Тут ничего сложного. Берем. И крутим. Так вот. А это с другой стороны. Отправляем мы это дело вот сюда. Кстати, вот. Теперь даем подняться. Вот как у нас получилось. Сейчас отправляем это в духовку. Вот, пока оператор у нас где-то делом бегал, я испекла. Он у нас вот такой вот. Пышный. Мягкий. И шапочка на бекрень. Такой ухарский вид. И у меня был с прошлого года еще этот глазурь. Я решила ее развести и
будем сейчас глазурировать. Жидкий он у меня получился, но так и украшаем. Кулич. И пожги, что ли, холодно? Не такой горячий. Видишь, красота. Не жадничай. Наверное, кто-то скажет, это не кулич. А что же это? Ну, я бы тут поспорила. Не хотят, пусть не едят, нам больше достанется. Ну вот, в итоге. Запеченное, вкусное, мягкое, пушистое. И без замолоток. Всем приятного аппетита, хорошего дня!